2009 года уже более 10 лет. Я со своей командой сопровождаю научные исследования в области медицины. Это и диссертационные исследования на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, теперь доктора философии, и доктора медицинских наук. Это и многолетние кафедральные работы коллективные. За данный период мы сопровождали более 160 работ, 161, если быть точно, прямо сейчас у нас в нашем портфеле. За это время было защищено 7 докторских диссертаций, все остальные были кандидатскими, и мы сопровождали более 5 больших, многолетних, по 3 года и вновь возобновляемых кафедральных работ коллективных. С 1 марта 2019 года мы распространили спектр наших услуг на собственников медицинского бизнеса. Что мы можем предложить медицинскому бизнесу, собственнику, который заодно является и отличным практиком? Прежде всего, мы проводим аудит. Он длится порядка 7 дней. На протяжении этого периода мы внимательнейшим образом изучаем некоммерческую составляющую деятельности предприятия, ноу-хау его, наработки конкретных специалистов и смотрим, какие же особенности, какие достижения уже имеются в данном предприятии, которые были бы интересны с точки зрения регистрации авторских прав, то ли в форме авторского свидетельства, или же изобретения, патента на изобретение. Это может быть изобретение как в масштабах Украины, где, собственно, мы в основном осуществляем нашу деятельность, так и по PCT-процедуре на международном уровне. Следующий шаг. Мы показываем, каким образом мы можем подтвердить или же опровергнуть большую эффективность ноу-хау, наработок данного предприятия по сравнению со стандартными подходами. Простраивая всю структуру, всю систему исследования, мы позволяем и собственнику, и его ведущим специалистам, во-первых, убедиться в достоверности, большей эффективности их тактики лечебной, и диагностической или же профилактической. Мы позволяем уже даже без нашего последующего участия на системном уровне из года в год наращивать свой научный потенциал и то ли с нашим сопровождением, то ли самостоятельно собственник медицинского бизнеса получает целую школу научную, которую он при желании может возглавить. Иными словами, это может быть последовательная защита диссертации доктора философии, на соискание ученой степени доктора философии, доктора наук, его подопечные, его лучшие специалисты также под руководством руководителя могут достичь степени магистра, доктора философии, доктора наук. Более того, эта деятельность направлена на поиск истины, на поиск именно доказательности медицинских технологий, и своеобразные лычки, своеобразные дипломы являются лишь формальным следствием единой простроенной системы научной деятельности и доказательности медицинских данных, основанных на проспективном, популяционном, а случайном, слепом исследовании конкретного материала клинического. С точки зрения бизнесовых технологий, какую же выгоду может получить собственник медицинского предприятия от наших услуг? Прежде всего, это фундаментальное подтверждение достоверности эффективности его технологий, причем с соответствующей апробацией как в его предприятии, так и в его подобных, и апробацией в последующем на научных форумах, с публикацией в международных изданиях научных, лидирующих, ведущих, в том числе индексируемых наукометрическими базами Scopus и Web of Science. В свою очередь, если амбиции собственника предполагают последующую экспансию как на территории всей Украины, так и далеко за ее пределами, в пределах страны или на весь мир, с организацией филиалов, с получением международной аккредитации, сертификации и так далее, научная составляющая позволяет повысить статус данного предприятия и иметь больше шансов привлечь и сторонние инвестиции, и по возможности гранты. И на самом деле это повышает и капитализацию, активы предприятия. И в последующем при формировании франшизы величина паушального взноса, последующих регулярных выплат естественным образом может быть выше. Более того, внедрение наукоемкой составляющей в деятельность предприятия позволяет также повысить и средний чек на услуги медицинские в данном предприятии. В конечном счете, сам факт того, что на предприятии существует простроенная система научных исследований с разработанной системой
преемственности обучения, адаптации и последующего развития сотрудников позволяет привлечь и более квалифицированные кадры, и лучше их обучить, повышает приверженность сотрудников бренду медицинскому данного предприятия. Это позволяет простроить структуру додипломного и последипломного обучения на том же самом предприятии, расширяет возможности по сотрудничеству с вузами и научно-исследовательскими учреждениями. Практически в данном случае мы даем такую своеобразную roadmap, то есть такой вот последующий путь развития предприятия с учетом наукоемкой составляющей. Уважаемый коллега, если вы отличный практик, но для дальнейшего развития вам не хватает ученой степени, регистрации авторских прав, публикаций, международного признания вас как исследователя, ученого, или же вы собственник бизнеса, и ваши амбиции распространяются далеко за пределы города, страны, я и моя команда с удовольствием и знанием дела придем к вам на помощь и грамотно выстроим научное исследование системно и на долгие годы таким образом, что вы самостоятельно сможете достичь всех высот, какие пожелаете, как в профессии, так и в научных исследованиях.